мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Игра началась, смотрим. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Оттавио. Мы во втором по величине городе страны.
Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Игра началась. Смотрим. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Оттавио. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Мы во втором по величине городе страны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. В чем составе. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны.